Ребят, всем привет! Всем привет! Привет! Сегодня мы второй раз пошли в парк горы лотосов по Ниу. Лотосовые горы. В первой части мы засняли половину, наверное, парка. Сейчас будем снимать вторую половину парка. В первой части мы там заблудились. Бродили, парк уже закрылся. И мы проходили очень много красивых мест. Заснять не получилось, потому что было темно. И кончилась флеш-карта. То есть именно накопительная карта. Поэтому это вторая часть. Мы будем снимать сегодня все. Сегодня светло, хорошая погода. Да, не очень солнечно и прохладно. Самое такое прекрасное время для прогулки. Да, мы сегодня оделись. Почти. Джинсы, кофту. Прохладно. Градусов сколько? 15? Нет, 20? Конечно, 21. Где-то около 20 около градусов. Около 20 градусов температура. Вон, посмотрите, какая красота. Утка! Селезень. Ему тут скучно, один-одинешенек-то плавает. Смотрите, какая красота. Вот это все древние каменоломни, где люди добывали камень. И этот камень отправляли по реке Чжуцзян. На переработку. Ну, в общем, стройки и так далее. Вот они, слоны, да? На слона похож. Вообще, как бы здесь никто не высекал этот специально. Офигеть, посмотрите. Это какой-то. Вау! Как красиво вообще! О! Снять! Вежливо. Серьезно, что? Я боюсь, я не могу, у меня... Ты не понимаешь, у меня даже... Ой, дыхание останавливается. Ребят, смотрите, мы вон там были. Вообще красота неимоверная. Мне тебя изо рта держу. Ай ё, это бабьянко. Бабьянко. Не чувствуешь, что... Хлеб кидает. Рыбам ничего не достается. Да ты что? Все утки съедают. Утки все съедают. А погрыдай маленечко, говорит, я кину подальше, чтобы рыбы съели. Like a
mistake the wrong and you make it right. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. I wanna hold you tight. Эта лестница ведет к богине, примерно около 400 ступенек. В общем, ребята посидели маленечко и вникли, что они тут делают. Подходят люди сюда, молятся, потом берут эти баночки с палочками и начинают их трясти. Трясут, трясут до тех пор, пока одна не выпадет. Выпадает одна палочка, ее берешь, эту палочку, подходишь вот сюда вот ларек. Подходишь сюда в ларек, подаешь ей эту палочку, она дает какую-то бумажку. Оплачиваешь какие-то деньги. Дальше с этой бумажкой подходишь вот к этому монаху, где вот он здесь сидит. Вот здесь он сидит обычно. Всю эту операцию девушка проделала, и вот она сейчас стоит. Он ей говорит, что нужно делать. Вот этот монах. То есть он ей говорит, видимо, что нужно делать. Вредное производство, конечно, у монахов этого. Здесь очень закопчено, очень дымно. Здесь это постоянно все горит, все сжигает. Потому что я больше чем уверен, он сейчас ей что-нибудь скажет после этого обряда. Надо будет пойти, допустим, что-нибудь купить, какой-нибудь дом или что-нибудь из этого киоска. И пойти и сжечь, либо поставить вот такие вот штуковины, дымящиеся палочки. Запах здесь, конечно, очень сильный, едкий. Вот они все дымят. Вот выгорают они до таких пор. Ну, примерно так все это выглядит. Такое ощущение, что буквально недавно закончились работы по добыче камня. И вот буквально время остановилось. Мастера положили свои инструменты и пошли на обед. Вон русалочка сидит. Китайская? Китайская. Занимаются озеленением парка. Вот эти ребята. Очень тяжелая работа. Тяжелое. Здесь парк заканчивается, тут какая-то деревня. Там прям кишит жизнь. Ремонт какой-то идет, да? Шумят прям. Да, там он строитель. А тут прям раз и парк. Красивый вид, вон там какая-то там он. Статуя стоит красивая. Вода шумит. А здесь деревня. Причем дома так настроили так, чтобы вид захватывался, чтобы видно было именно парк. Вот деревня сразу же. Слушайте, она так рядом понастроили, прям рядом вообще. Близко-близко настроили дома. И до сих пор вон продолжается. Ремонт строят. Ну, скорее всего, то, что здесь природа хорошая, мне кажется. Очень хороший воздух. Чистый. И очень красивые виды. Скорее всего, из-за этого. И поэтому дома поближе к парку настроили, чтобы захватывать эту красоту. Ребят, посмотрите, как за парком ухаживают. Здесь прям скалу сбрили, прям видно даже, да? Ну да. Короче, маленько похулиганим. Выгонят. Трусы. Ага. Ого. О, здесь скелет лежит. Да. Скелет? Но. Прикольно здесь.
Вон, посмотрите, там вон черепахи, я даже вижу. Где? Черепаха? Ну, в смысле, из камня черепаха. А. Ну, вон этот. Вон, смотри. Да, вон там какой-то этот. Ну, мы там были, мы зашли в тупик туда, помнишь, а потом развернулись. Ну, я хоть... Ну, я пошел. О, прикольно, такая лазейка. О, как здорово, ребята, вообще. Прям в пещере как будто бы находишься. Чтобы вода бы не капала бы. Инвентарь уборщика. Вот такой вот выход. Арка такая красивая. Бесконечно, почему время так бежит быстро? Да. Парк еще такой огромный, что просто вот, ну, за два дня мы не успели все обойти. Да. Мы, получается, первый день прошли где-то около трети, второй день около трети. И вот у нас еще где-то треть парка не пройдена. Это, ну, вот центр парка. Центр как парка раз, еще, да? Мы, да, еще не захватили. Где Лотосовое озеро. Первый день, когда мы здесь гуляли, мы уперлись вот в эти ворота, они были закрыты, время было около 7 часов. Мы постояли, калитку маленько потрясли, никто к нам не подошел, вообще никого не было. Здесь время уже темно было, ну прям реально темно было уже. И вот так мы побежали туда и еще погуляли, в общем, по ночному парку, можно сказать, потому что хоть глаз выколи. Достали телефоны, начали светить фонариками, чтобы дойти до другого выхода. Татьяна Анатольевна не может расстаться, да, с этим парком. Татьяна Анатольевна, еще пойдем в парк? Пойдем. Третий выпуск будем делать? Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.